Четыре члена Высшего совета магистратуры объявили о том, что в апреле они покинут судебную систему. Трое – Виктор Мику, Луиза Гафтон, Петр Марару работают в Высшей судебной палате. Еще один – Анатолий Галбин в Кишиневской апелляционной палате. В итоге данный орган будет состоять из трех членов. Кроме того, Высший совет магистратуры одобрил отставку ряда других судей. Они подали заявление во вторник. В марте покинут свои должности 13 членов Высшей судебной палаты. Алла Кабыняну, Елена Кобзак, Юрий Диакону, Галина Стратулат, Светлана Филинкова, Юрий Беженару, Лилиан Катан, Виктор Бурдух, Виктор Бойко, Геннадий Плымодяла, Мария Гервас, Надежда Тома и Нина Вашкан. Тогда же уйдут из системы Люба Прутяну и Мария Гузун, судьи Кишиневской апелляционной палаты. Члены ВСМ не пояснили, какие мотивы стоят за решением судей об уходе из профессии. Ясно ли, что некоторые из них достигли предельного возраста пребывания в данной должности. Последнее время удары по системе юстиции, выражаясь фигурально, наносили все, кому не лень. Говорили, что нужно заменить одних людей на других. Полагаю, коллеги решили, что пора уйти в отставку в установленном порядке. Мы будем выполнять свои обязанности в ВСМ до избрания новых членов. Ситуация довольно двусмысленная, поскольку никто не был избран ни от апелляционной палаты, ни от ВСП. Но общее собрание все равно состоится. Член Высшего совета магистратуры Анатолий Галбини заявил нам, что он навсегда покидает систему, объяснив это причинами личного характера. С Луизой Гафтон и Петром Марарем связаться не удалось. Мы хотели взять комментарий и у исполняющего обязанности председателя ВСМ Дарела Мустяце, но он не ответил на наши звонки и сообщения. Отставка судей должна быть утверждена президентом Майей Санду. Мы обратились за комментарием в администрацию главы государства. Ответ пока не поступил. 17 марта состоится общее собрание судей, на котором будет избран новый состав Высшего совета магистратуры. Согласно законодательству, на места, выделенные судьям первой инстанции, всего их 4, могут претендовать только те служители Фемиды, что прошли предварительную оценку, так называемый пре-вейтинг. На днях специализированная комиссия сообщила, что из 28 судей, зарегистрировавшихся на конкурс, проверку прошли только 5. Два других члена ВСМ будут избраны из состава судей апелляционных палат и Высшей судебной палаты.